Школьные каникулы во всех регионах Казахстана продлили до 17 января. До 24 января также будут отдыхать студенты вузов и колледжей. Решение об этом приняли в Министерстве образования и науки. Что касается детских садов и дошкольных учреждений, то они пока продолжают принимать детей и работают в штатном режиме. По приказу Министерства образования и науки Республики Казахстан зимние каникулы школьников продлены до 17 января. Учителя и другой персонал школы в зависимости от ситуации в регионе работают в штатном формате или дистанционном формате. Детские дошкольные организации, детские сады продолжают принимать детей. На сегодняшний день большая часть детских садов продолжает функционировать в штатном режиме. Они так будут работать в зависимости от ситуации в каждом конкретном населенном пункте по решению местных исполнительных органов. В колледжах и вузах на сегодняшний день идут зимние каникулы. Они будут продолжаться до 24 января. Второй семестр в колледжах и вузах начнется с 24 января, в зависимости от академического календаря каждого учебного заведения.